Многие так называемые взрослые болезни, они сегодня очень прогрессивно молодеют. И это сегодня, какие взрослые болезни? Ну, например, болезни сердечно-сосудистой системы. Мы сегодня очень часто встречаем заболевания, уже такая сформировавшаяся гипертония в подростковом возрасте, нарушение обменных процессов, метаболических, серьезное нарушение иммунной системы, которые обычно возникали у взрослого населения и то во второй половине жизни своей. Это системные заболевания. То есть дети начинают страдать болезнями пожилых людей? Можно сказать так.